Снегоуборочная машина вдоль разрезала автомобиль такси на третьей транспортной дамбе. Kia Rio врезался в торец снегоотвала КамАЗа, который разворачивался прямо на мосту. Пострадал водитель легковушки. Прибывшие на место медики не могли сразу оказать помощь окровавленному водителю, так как добраться до него было не так-то просто. На месте происшествия был Айрат Назипов. Помимо медиков, на место происшествия очевидцы вызвали и спасателей. Kia Rio зажало со всех сторон, поэтому водитель не мог выбраться наружу через дверь. Впрочем, резать крышу сотрудникам МЧС не пришлось, так как она была сильно искорежена снегоотвалом КамАЗа. У него, получается, на лбу этот порез сильный. Очень сильный порез у него. Он в сознании был, он как бы... Да, сначала в состоянии аффекта, когда скорую приехал, пытались заставить, вижу с собой сторон, дверь закрыта. Он через крышу со улицы. То есть, когда вышел из машины, проматерился. Мужчину госпитализировали. Ему сильно повезло. Торец отвала буквально разрезал легковушку вдоль как раз с водительской стороны. Пассажиров в такси в момент аварии не было. Ни водитель КамАЗа, ни сама снегоуборочная техника не пострадала, включая сам отвал, в который и влетела иномарка. Как выяснилось, водитель снегоуборочной машины решил развернуться на середине моста, остановив при этом практически весь встречный поток. Считал, что при выполнении маневра он ничего не нарушал. Все начали пропускать, он летел, не успел остановиться. Вы как ехали? Я по маршруту, я разворачивался, чтобы там... Я встал сзади объезжать, только, получается, морду закинул за КамАЗ, и у меня на глазах, получается, у него крыша оторвало. Вот этот, который корм есть, таксишный, подлетает, прилетает туда, получается, уже за... на пешеходный переход, получается, да, дорожку. Все ряды, получается, пропустили, да? Да, все стояли, а, видимо, он то ли не успел затормозить, то ли что, сам с ним видишь снежную дорогу. Один он был. Один он был, да? Я еще почему удивился, они обычно разворачиваются толпой. Хана ему, если разворачивать. Действительно ли водитель совершал разворот согласно путевому листу и какую ответственность понесут оба водителя, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Пока оформлялась авария, движение троллейбусов в одну сторону было полностью парализовано. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.